В сентябре прошлого года с электроподстанции строящегося микрорайона на севере Тамбова подозреваемые похитили вакуумные выключатели и блоки микропроцессорной защиты. Ущерб оценили в 10 миллионов рублей. Правоохранители изучили записи видеосистемы «Безопасный город», опросили свидетелей. След привел к автомобилю с номерами другого российского региона, который обнаружили в Липецке. Тамбовские полицейские задержали двух иностранных граждан 27 и 28 лет. Обнаружена и изъята часть похищенного. Тамбовские полицейские установили причастность иностранцев к 9 фактам преступной деятельности на территории Тамбова и 1 факта на территории Липецка. Следователям назначены и проведены генетическая, дактилоскопическая, трассологическая и товароведческая экспертизы. В настоящее время готовится обвинительное заключение. После его утверждения уголовное дело будет направлено в суд для принятия окончательного решения. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.